Всероссийский день бега кросс-нации – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России. Как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Как прошел кросс-нации в поселке Сангар, смотрите в нашем следующем сюжете. Сегодня, наверное, мало кто остался, который еще не принимал участие в своей жизни на кроссе нации. Ведь прошло уже 12 лет, как проводится это массовое мероприятие каждую осень. Несмотря на минусовой холод, дождь и снег, в поселке Сангар население приняло участие во всероссийском забеге. И для всех участников этот день принес много незабываемых моментов. Конечно, это дает заряд бодрости. Мы видим сегодня, почти многие жители пришли, чтобы именно принять участие, потому что, ну, не только победители, там, побежденные, да, а просто это не для того, чтобы здоровье поддержать. Я думаю, это хорошая акция по всей России. В настоящее время отличительной особенностью кросса наций является то, что он носит массовый характер, очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и разной физической подготовкой. Участвовало в соревнованиях более 300 участников, несмотря на плохую погоду. Вышли все категории, начиная от 4 лет и заканчивая самым старым участником, ну, самым старшим участником, 85 лет. Наилучших результатов у нас добилась школа номер один. Среди детей, во-первых, была очень большая массовость у них, и во-вторых, практически все первые места в своих возрастных категориях заняли спортсмены именно этой школы. Среди организаций на первом месте у нас будет библиотечная система. Кросс-нации – это массовое и общедоступное спортивное мероприятие, где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, используя и провести время, активно отдохнуть с семьей и с друзьями, а еще стать участником соревнований общероссийского уровня. Татьяна Владимирова, НВК СХ, поселок Сангар.